2319 плейлистов создано на моем канале на утро 15 августа 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube, что является весьма даже замечательным, потому что посчитать такое количество плейлистов самостоятельно практически невозможно на любом канале, и на моем тоже, в частности. Так, но сейчас это и не нужно делать. Потому что на YouTube существует агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве созданных плейлистов, да? Тем самым избавляя нас от ненужных хлопот, сберегая время, а самое главное, сохраняя нервы. Врачи же все время говорят, нервные клетки не восстанавливаются. Поэтому этот агрегатор, он весьма полезен, потому что сохраняет нервные клетки. Остается только лишь использовать эту информацию, эти данные себе во благо, что я сейчас и делаю, снимая этот видеоролик. Спасибо YouTube за заботу. Вот что мы скажем. Искренне от всей души.